Приветствую, друзья! Вы на канале Розы от Сережи. Просили меня об этом видео о тюльпанчиках с мимозкой и, конечно же, с чем кисонька еще? Котики, муркотики, точно. Так что подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайки, и уже потихонечку можно начинать распространять. Вот кисонька пошла распространять, сейчас она вернется. Фу, думал, делали, но оказывается не делали, поэтому все окей, друзья, работаем. Работаем с вами по вашим комментариям, по вопросикам интересным. Я, как обычно, подобрал для кисоньки самые сладкие комментарии, чтобы она делала и кайфовала. Весь негатив я отсеял. Слышишь, сейчас жених придет за букетом. Ничего страшного, но нужно тебя зарядить положительной энергией. Не прячься от нас. И получай свою дозу. Куда ты постоянно убегаешь? Людмила Старчикова пишет: Ирина Федоровна, вы самоочарование, всегда с шикарными волосами. Мне импонирует с косой на фоне прекрасных цветов. Боже, это коса. Спасибо, Людмила. Коса появилась у Ирины Федоровны после того, как появился у нее фартучек. В последнее время коса не сходит с ее лица. Так, Наталья Егорушина спрашивает: Green Stick или Green Trick? Какая там была это? Не помнишь? Я ее Green Stick называю. Называем ее Green Stick. Наталья. Я люблю исковерковать слова. Но она любит исковерковать, поэтому лучше проверьте. Ирина Танкова спрашивает: сколько стоит ваша упаковка? Я уже не помню, мы, по-моему, отвечали где-то, да, кисонька? Угу. Как-то ты там считаешь? По-разному. В зависимости от того, сколько используется бумаги, сложность. Какой букет, сложность упаковки. В общем, несколько факторов учитывается. Мэн Мукслисман. Спасибо, вы многому учите. Спасибо, Мэн. Так, Наталья Решетова. Привет, Сережа и кисонька. Вы опять меня поразили вашей работой. Все классно, получился шикарный и недорогой букет. Здесь эвкалипт сыграл свою роль. Жаль, но не знаем, привезут ли нам его к 8 марта. Продолжаем учиться у вас, удивляйте нас красотой. Представляешь, вот некоторым могут не привезти эвкалипт на 8 марта. Да, спасибо, Натали. Надеемся, вам привезут много-много эвкалипта. И все будет хорошо на 8 марта. Юлия Фиалкина. Букеты прекрасные, как и девушка. Спасибо, Юлия. Могли бы сказать пару слов и о Сереже. Например, что Сережа молодец. Ты же меня снимаешь, а не себя. Ну и что? Да? Ну ладно, хорошо, не надо говорить, что Сережа молодец, я и так это знаю. Наталья, ура, я вас нашла. Спасибо, Наталья. Мы тоже вас нашли, что не может не радовать. Лисон, смотрю вас с удовольствием. Напишите, зачем так ее зачищать? Это про альстромерию. Очень много... Зачем эти листики? Они же портятся, они очень быстро заломываются. У них нет никакого товарного вида. Поэтому ее зачищаю всегда. Они портятся, они берут на себя воду. И они нам не нужны для букетов, да, кисонька? Угу. Вот так вот, Лисон, смотрите дальше. Нас с удовольствием. Большой вам привет. И хорошего настроения. Кейт Эндрю. Лавандовая роза называется Ocean Song. А попробовать можете принцесса Хитоми и Queen's Crown. Помнишь, мы, кстати, говорили, спрашивали? Queen's Crown ты пользуешься? Пользовалась как-то. Ну, помню это название Queen's Crown. А принцесса Хитоми? Вот с этой, наверное, не работает. Попробуем как-нибудь. Можно будет, но или поставляют наши поставщики. Да, уточним у поставщиков. Спасибо, Кейт. Можете нам писать, какие интересные виды роз. Мы, может, попробуем как-нибудь заказать и покажем. Мината. Отличный букет, Ирина. А вы с калами работаете? Очень нравится этот цветок. Сколько времени уходит в среднем на создание букета? Так, с калами? Да. В
сезон. Вот у нас есть фермеры, ну не фермеры, те, которые выращивают у нас калы, вот эти разные, тогда мы и берем их. А так, чтобы люди покупали калы, нету такого. В основном только если свадебные букеты. Да, я подтверждаю, правду говорит, не обманывает. Потому что цена на калу сейчас не маленькая, летом то же самое, кстати. А сколько времени уходит в среднем на создание букета у тебя, Кисонька? В среднем. Минут 10. Минут 10. Смотря какой букет. 15. Иногда и полчаса, правда, Сергей? Правда, подтверждаю. Людмила Скурыгина пишет: все ваши букеты просто супер. Покажите помедленнее, с Ирочкиным объяснением, как она упаковывает. Хочу научиться вашему фирменному стилю. Спасибо, Людмила, за комментарий. Ну, мы делаем это. Я и так круглосуточно здесь с этой камерой прыгаю, поэтому контент, если мы еще будем объяснять каждый листик, каждый этот, мы не сможем работать, да, поэтому мы же здесь не занимаемся обучением, мы делаем свою работу и постоянно в работе находимся. Вот, когда у нас будет возможность просто снимать красивые цветочки и не продавать их, то мы можем здесь вам такие финтиклюшки выделывать, что мама дорогая, но работа прежде всего, она нас кормит. А видео уже на втором плане у нас, поэтому извините. Серый, надо посмотреть, как упаковывался этот букет. Вот, допустим, в данный момент мне нужно остановить съемку, чтобы дать телефон Кисоньке, и чтобы она посмотрела букет. Ну и к нам идет жених, кстати. Какой весенний. Что? Я беру больше ванили, такая кремовая бумага, она не нашла желтенькая. Барышня, я флорист 30 лет. Была причина настолько удалять листву гортензии? Я не увидела ни одной погрешности на листьях. Что за оголение? Цену на гортензию знаете? Даже для букета листва подходит. Тем более, она не отпита. В чем дело? И листва выше половины цветка. Здесь даже мне хочется руки поотрывать. Не то, что покупателям. Не первый раз слишком оголяет стебли и слишком укорачивает длину. Букет вы еще не делаете. Вот так вот. Ого. Ну, я не знаю, если девушки не знают, кто там, не видели, что, и не знают, насколько гортензия пьет воду, она считается как водохлеб. Латинское слово даже гидра, то есть вода. Цветок сам очень много пьет воду, если еще листья оставлять, которые тоже сильно пьют воду, то цветок может очень быстро обезвожиться. Как я тебя подставил? Поэтому хотела услышать хорошие комментарии. Допустим, я многих слышала, многих флористов, многих поставщиков, что листья у гортензии лучше убирать. И это обязательно. Поэтому, ну, кому нравится, пусть оставляют, а пусть не говорят, что гортензия погибает. Так вот. Понятно, Кисонька, понятно. Каждый делает так, как ему удобно. Опять ты выкрутилась, короче. Опять выкрутилась. Нет, я удаляла и буду вести удалить. Так. Анастасия, это Оксана Шамскова нам писала. Спасибо, Оксана, большое за комментарий. Надеюсь, мы вам ответили. И хорошего вам денечка. Да, Кисонька? Да, тут нужно решать. Кстати, когда свадьбу делаем, то часто не удаляем, потому что она реально делает объем. Когда делаем свадебное там оформление, но букеты, конечно, лучше ее вытягивать, убирать, потому что не каждый ухаживает за тем же букетом, а те листья, они очень много вытягивают воды. Гортензия. В общем, рекомендации, даже посмотрите рекомендации, кого
другом мы смотрели. У людей, которые именно занимаются поставкой тех же цветов, которые сами рекомендуют убирать листья из гортензии, потому что, ну, вот, из-за того, что она вытягивает воду очень сильно. Понятно. Ну все, кисоньки, не заводись. Ну что же это за человек-то такие? Анастасия Янелина. Шикарные букеты с изюминкой, ничего лишнего. Анимончиком, ранункулусом, другой ароматный. Какие вы молодцы. Спасибо вам за ежедневное позитивное настроение. Спасибо, Анастасия, очень приятно. Ирина Семенова. Здравствуйте, видео покупки данных букетов выйдет очень красиво. Здравствуйте, Ирина. И вот ваш комментарий, получается, в одном из таких видео. Очень похожая упаковка была тех тюльпанчиков ароматных. Ну, только здесь чуть-чуть другие тюльпанчики, но тоже есть мимоза и нет этой, как ее называют? Что ж такое-то, я все время забываю. Ароматная, кто у нас? Матиола. Да? Да. Вот, так что, надеюсь, вы все увидели, Ирина. Так, Семенова. Готово, а теперь нам надо фоткать клиенту и отправлять на доставку. Все, друзья, спасибо вам огромное за ваши комментарии, за то, что пишете. Не забывайте нас. Всего вам хорошего. Поставьте лайк по-братски. Подпишитесь на канал. Хватит уже смотреть без подписки. Хотя я сам так делаю. Я очень редко на кого-то подписываюсь. Но вот сегодня исправлюсь и пойду сейчас на всех подписываться, кто меня просит. Все, давай, пока. Я скину, чтобы она не дергала. Только прямо сделать. Хорошо, давай. Давай тут. Давай, кисонька, давай. Какая красота. Все? Спасибо. Букета. Стоимость букета, друзья, у нас, иногда забываю, вы мне напоминаете. Какая стоимость, кисонька? 80 рублей белорусских. Вот так вот.